закончилась карта памяти, поэтому я оборвался прежний ролик. Я заодно сменил позицию. Это Вальковая Тани ДС Африка. Ну, мне кажется, что цвет его, не знаю, ну, посмотрим на видео, когда загружу на YouTube, видно или нет, насколько он темный и бархатный. И уже с этой позиции я покажу. Отсюда и лучше видно трейлер. И этот трейлер тоже выглядит более выигрышно. В эту сторону еще раз посмотрим общий план. Грозовых фиалок. И мы идем сюда. Здесь у нас тоже фиалки. Наверняка заняли какие-то места. Какие, я пока сейчас сказать не могу, судя. Что-то подсчитывать. Но в любом случае, очень-очень достойно. Здесь у нас и Хирита, вот это Хирита. Ну, Хирита, конечно, ценится больше. Скорее розеткой. И я сейчас, кстати, мы сравним несколько похожих сортов, пока у меня есть время, я сейчас быстренько сбегаю.